скажут специалисты. Посмотрим, ознакомимся. Продолжение выставки. Продолжение выставки вы можете видеть уже реконструкции 17 века, современные фотографии города Витебска. Насколько интересно на сегодняшний день зрителю видеть знакомые места города Витебска и созерцать то, что было раньше. И все это выполнено в детских рисунках, в реконструкции работы Игоря Дурова и фотодокументах. Это вот графика нарисованная. Чем график отличается от рисунка? График. Застали меня расплох. Ну, графика бывает печатная, которую делают при помощи станков. Рисунок вообще это направление в искусстве, где мы при помощи карандаша передаем объем пространства и пространственное расположение предмета. А вот там живопись, ну это уже печатная, но это портреты, написанные маслом. Они висят в круглике у нас в музее, в духовском круглике. Благодарю, что вы все пришли. Это очень приятно. Этот проект создавался давно. Начало ему было положено в далеком 2008 году. Это были первые работы, здесь они представлены как фотокопии для выставочного зала «Баховской крупик». Название «Тысячелетнее наследие», ну, я понимаю, оно безумно амбициозное, с таким мощным посылом. Можете тоже участвовать в этом проекте грандиозном, надеюсь. Значит, можно выбрать тематику по истории города Витебска, по архитектуре города Витебска, портреты. В общем, полный набор жанров, которые можно вязать с нашим городом. Сегодня мы открываем очень уникальный проект выставку. И вдвойне уникально почему? Потому что перед вами художник, витебский художник Игорь Дуров, благодаря которому в духовском круглике вы можете увидеть портреты наших витебских князей и реконструкции витебских замков, которые чтит историю, который собирает много-много лет историю нашего города и передает ее поколение. И вдвойне хочу представить талантливого учителя истории изобразительного искусства и предмета по выбору графики нашей школы искусств номер 3 «Молодик», благодаря которому здесь эта коллекция существует. Как они уже в контексте вот с таким историчным разглядаем, чтобы памятать родовую. Да? Батька этого выдатного мастака и педагога, так само выдатный график. Ничто не нарожается, напевно, на пустом месте. Я для себя открываю тоже много очень интересных моментов. Например, в технике, в работах и первых вопросах, когда мы встретимся, говорим, а как я это делаю? Спасибо за добрые слова. Являю проект открытым. Браво!